Я хотел быть в детстве всем, кем угодно, как и все дети, еще и юристом хотел быть, потому что мне казалось, что юрист занимается только разводами супругов и получает за это $100 за каждый кейс. Я это узнал из «Кудряшки Сью», из фильма, мой любимый фильм был. Но потом я в 14 лет пришел на запись программы «Золотой граммофон» с Малаховым, и, по-моему, у него в гостях была Яна Чурикова еще тогда, они вместе вели. Я подошел к ней, я был очень рядом, стоял с ними, и это был прямой эфир. И когда я услышал, как у него в ухе звучало «Андрей, 5, 4, 3, 2, 1», потом началась заставка «Золотого граммофона», и первая секунда, и он начал говорить. И в этот момент от него исходила такая бешеная энергетика, которая просто убивала. И в этот момент я захотел заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Но я занимаюсь не только телевидением, поэтому это относительно к телевидению. Я еще занимаюсь бизнесом, поэтому это уже другая история. Про нее в другом ключе можно рассказывать.